Самолеты Люфтганза могут остаться в ангарах в самый разгар отпусков и летнего сезона. Пилоты компании планируют устроить бессрочную забастовку. Переговоры между профсоюзом и работодателем никак не продвигаются. Если и новый этап переговоров провалится, бастовать будут около 5000 пилотов Люфтганза. Пострадают от этого прежде всего пассажиры, ведь август и сентябрь – особенно загруженные месяцы в авиаотрасли, и многие путешественники могут просто не успеть вернуться из отпуска домой. Рождественские каникулы в университетах Германии могут продлить из-за возможного газового кризиса в стране. Министр науки Нижней Саксонии Бьорн Тюмблер считает, что эту меру могут ввести для того, чтобы сократить расходы на отопление и более экономно пережить холодное время. Общество потребителей исследований Германии пришло к выводу, что покупательское поведение жителей страны существенно изменилось с ростом инфляции. Немцы экономят на повседневных товарах, а именно на продуктах питания, средствах личной гигиены, одежде. Но летом стремятся как можно больше путешествовать, даже несмотря на трудные финансовые времена. Так, с января по май немцы купили на 8% меньше мясных продуктов и колбас, свежих овощей и фруктов приобрели также на 8%. Меньше, а хлеба и булочек на 7%. Между тем, бронирование поездок на отдых этим летом достигает показателей допандемического 2019 года, а по некоторым направлениям даже превышает их. Сезон сбора клубники в Германии подходит к концу, и этим летом в стране смогли вырастить самый низкий урожай ягоды за последние два десятилетия. Причины – сокращение площадей для выращивания и резкий спад спроса. В условиях кризиса ягода в Германии начала расти в цене, а многим немцам банально не хватало денег для того, чтобы прожить месяц на базовых продуктах питания. Поэтому о такой роскоши, как клубника, не могло идти и речи.